США не сомневаются в правомерности действий американского спецназа в ходе последних антитеррористических операций. Субботний захват одного из лидеров Аль-Каиды в ливийской столице Триполи, по мнению госсекретаря США, был полностью законным. Вашингтон считает Анаса Аль-Либи причастным к организации терактов в посольствах США в Кении и в Танзании в 1998 году. Ранее в Нью-Йорке ему были предъявлены обвинения. Он ключевая фигура в Аль-Каиде. И на основании разрешения на применение военной силы, которая действует с сентября 2001 года, он являлся законной и обоснованной целью для американских военных. Джон Керри также добавил, что проведенные в Ливии и в Сомали рейды, задачей которых был арест влиятельных боевиков-исламистов, демонстрируют решительность США в борьбе с терроризмом, и спецоперации будут продолжены. Целью рейда на юге Сомали, также проведенного в ночь на субботу, был один из лидеров группировки «Аш-Шабаб», которая взяла на себя ответственность за теракт в Найроби. Операцию проводил спецотряд морских котиков, который ранее уничтожил Бен Ладена. Однако на этот раз она не увенчалась успехом.